Здравствуйте, дорогие друзья, с вами компания «Формула ремонта». Для тех, кто с нами впервые, мы занимаемся ремонтом квартир в городе Симферополь. Ссылочка на нашу группу будет в описании. Мы снимали уже видео об отделочных работах на этом объекте. Вот ссылка подкреплена. Сегодня мы хотим вам показать, как мы обустроили интерьер и смонтировали мебель на нашем объекте. Проект кухни мы называем проектом в проекте. Важно учесть в нем не только красоту и стильный дизайн, но еще эргономику и функциональность. Поэтому мы отправляем наших клиентов только к проверенным нашим партнерам. Ссылочка на них будет в описании к этому видео. И ребята досконально прорабатывают эргономику кухонной зоны с нашими клиентами. Эта кухня выполнена до потолка. Фасады от турецкого производителя Аркопа, пластиковые. Столешница у нас от компании Троя, цвет называется дуб американский. Примыкание столешницы к кухонному фартуку выполнено без порожка. Это очень смотрится круто, современно. Также открывание наших шкафов выполнено с помощью системы Типон. Фурнитура здесь установлена среднего уровня от бренда Боярд. Но это не означает, что она ненадежна. Она достаточно надежна, на нее также есть хорошая гарантия, поэтому все будет работать хорошо. Одним из важных моментов в этой фурнитуре, что здесь есть доводчики и система быстросъемов для того, чтобы можно было быстро снять дверцу, ну, и сделать какие-то манипуляции с мебелью. Важным моментом вот в этой именно кухонной зоне является монтаж проходных выключателей. Как это работает? Вы заходите в кухонную зону, включаете основной свет, проходите, садитесь, занимаете уютно место за барной стойкой, и вам уже не нужен основной свет, вам уже хочется уюта, поэтому выключаете вот такое интерьерное освещение и выключаете вторым выключателем основной свет. Получается, вам не нужно идти туда за угол, выключать, то есть вы все делаете из одной точки, очень круто продумано. Значит, по кухне здесь будет у нас холодильник, варочная поверхность индукционная, стиральная машинка. Поскольку у нас санузел небольшой, поэтому перенесли стиральную машинку в эту зону. Здесь фильтр для воды и мойка. Вытяжка находится над варочной поверхностью. Барная стойка у нас сейчас сделана под высоту столешницы. Но пришли стулья, они немножечко сделаны как барные, поэтому мы на 15 сантиметров будем еще приподнимать столешницу для того, чтобы это гармонировало. Изначально проект был, чтобы эти две столешницы совпадали по своему уровню, но сейчас будем немножко приподнимать. Этот шкаф является основным местом для хранения всех вещей, инвентаря в этой студии. Поэтому для него нужно было много места. Мы специально сделали вот этот простенок, создали такую нишу для того, чтобы этот шкаф смонтировался. Сделали закладную над потолком для монтажа рельса. Также нижний рельс крепится непосредственно к полу. Эта система называется потолок-пол. Две створки. Конфигурация полок стеллажей делалась непосредственно под заказчика. Выдвижные ящики, ниши, полки, это все делалось с учетом пожеланий заказчика. Здесь в этом шкафу хранится вещи, демисезонные вещи, обувь. И также есть вот такой отсек. Здесь хранится вот такая хозяйственная утварь, там, которая помогает убирать там в доме. Фасады сделаны из МДФ. И вот такие черные матовые вставки, они точно повторяют ширину нашего щелевого плинтуса, что именно смотрится в этом стиле лофт очень круто. Рабочее место хозяина мы установили в самом светлом месте. Оно состоит из стола и вот такого стеллажа в стиле лофт. Рабочее место сделано из сдвоенной столешницы. Ящики у нас работают по системе Типон. Выдвигаются на всю глубину, очень вместительные. Стеллаж сделан из профильной трубы 20 на 20 с полками из МДФ. И также дверцы у нас открываются по системе Типон. Важным моментом является то, что мы сделали розетки над столешницей, над рабочим местом для зарядки телефона, всяких гаджетов, и под столом для того, чтобы там, возможно, будет стоять какой-то мощный компьютер, системный блок, чтобы там это было все запитано.
И также интернет-розетка у нас тоже присутствует. Все предметы интерьера, декора нам помогли подобрать в студии дизайна Lola Duhom. Там очень много крутых, классных вещей, которые помогут сделать ваш интерьер по-настоящему современным и стильным. Ссылочку на группу Lola Duhom будет в описании к этому видео. Итак, друзья, если вы хотите такой же современный, крутой ремонт, где все продумано и рассчитано, ссылочка на нашу компанию будет в описании к этому видео. Обязательно жмите колокольчик, чтобы не пропустить наше следующее видео. Подписывайтесь на наш канал. Спасибо, что были с нами. До встречи на замерах!